Территория вокруг домов сейчас опасная зона. Крыши зданий, козырьки балконов покрылись снежными шапками, а кое-где угрожают сызранцам клыками сосулек. Очень страшно. Это же, если такая глыба свалится, мне кажется, это ужасное дело. А здесь у нас аптека рядом, магазины. Люди в этот магазин ходят. С детьми с садика здесь идут. Жилые дома города обслуживают 5 машин гидроподъемников. Необходимо, чтобы техники было вдвое больше, говорят специалисты комитета ЖКХ и фиксируют опасные объекты. Имеет место, значит, проблема, связанная, конечно, с транспортными средствами, с помощью которых производится работа по очистки крыш зданий и домов, представляющих опасность. Поэтому в первую очередь в городе принимаются меры по очистке крыши домов, где имеют место больше движения пешеходов. Наибольшие опасения вызывают обледенелые фасады школ, детсадов и общественных заведений. По критическим адресам работают альпинисты. Это очень сложная работа. В день мы чистим где-то 4 дома, 5 этажей. Потому что на лето сейчас большая снега, очень много выпало. В случае, если ледяной нарост травмирует человека, перед законом придется отвечать собственнику жилья. К примеру, за неочистку крыш от нависших сосулек и снега юридических лиц могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Падение сосульки чревато опасными травмами. Медики говорят, когда сосулька падает с большой высоты, человек этого не видит. Он расслаблен, и удар приходится в голову и шейный отдел позвоночника. Спасатели МЧС просят сызранцев не ходить под крышами домов. Сызранцы просят коммунальщиков эти самые крыши очистить. Меньше чем за месяц административно-техническая инспекция ЖКХ составила уже 43 протокола на собственников и арендаторов зданий. Не падали сосульки здесь? Падали. Идем такой скрежет. Падали. А детишки идут. Не обращают внимания надо. Обязательно обращать внимание, наверх смотреть. Чтоб жизнь была цела. На станции скорой помощи сообщили, что в январе не было ни одного обращения от сызранцев, пострадавших от упавшей сосульки. Видимо, жители города привыкли смотреть не только под ноги, но и внимательно вверх. Анатолий Волошинский, Игорь Шиянов, «Вести детально».